Ну и что, это что не специально? Ладно, ладно. Я этого больше не сделаю. Не работает. Ничего не получилось. Почему не сработало? Я тоже хотел, чтобы сработала ракета. Ну и завернись. Она все еще... Забирай. Извини, что затащил тебя сюда. Видимо, этот кубок имеет... В общем, он не так работает. Спасибо, ну, за то, что... У нас еще есть надежда, ракета. Мы найдем способ ее вернуть. Я не хочу об этом говорить. Не-не-не-не, пожалуйста, не надо. Мне пора. Good. You're back. Вернулся? Отлично. Looks like Nebula. Похоже, Небула принялась разносить аванпост корпуса Нова. Надеюсь, мы еще догоним ее. Ну, я тоже надеюсь, но все в наших руках, как бы, да? Почему эта хрень не сработала? Почему эта хрень не сработала? Забавно, насколько чужим начинает со временем казаться все мое земное барахло. Ну ладно, давайте направляемся на мостик и быстренько попробуем помочь корпусу Нова. Если у нас все еще удастся. Возможно, из-за нас погибнут люди, но по крайней мере мы помогли ракете. Эй, свистать всех на мостик. Летим на аванпост корпус Нова. Перехватим там Небулу. Патрика Альфа, лунный аванпост корпуса Нова. Что за черт? Нужна поддержка. Всем пилотам, отходим. Но мы потеряем тело. Это сейчас не важно. Все за Небулой. Так и знала, что случится. Нужно было сразу уходить. Корпус Нового должны были справиться с Небулой. Мы не можем прибегать им на помощь каждый раз, когда они облажаются. Ты же видел, как они справились с Кирой. Они явно не чета моей сестре. Звездный лорд, мы не ожидали, что появятся стражи. Эй, что происходит? Это не было правая рука Таноса. Она появилась ниоткуда, убила несколько наших солдат и отослала тело Таноса прочь на его корабле. Она прикрывает его отход на огненном звездном бластере. Мы еще можем ее сбить. Оружие наготове, мы получили приказ стрелять на поражение. На позиции. Попали, вы смотрите. Что-то могут. Нет. Будь я проклят, я позволю корпусу снова превратить мою сестру в звездную пыль. Она нужна нам живой. Без тебя у нас нет шансов перевести тех с горна. Готовы, по моему приказу. Эй, а как там тебя? Рукс, сэр. Называйте меня Рукс. Отлично, послушай, Рукс, мне нужно, чтобы вы с ребятами отошли. Что? Не стреляй в киборга, Рукс.
Блестяще, сэр. Я слышал, что вы большой шутник. Стреляйте, когда будете готовы. Ладно, когда слова не помогают, есть оглушающее оружие. Что, мы сейчас будем нову сбивать? Серьезно? Серьезно? Эй, что вы делаете? Останавливаю вас. Стражи, назад. Если вы не выполните приказ, мы будем вынуждены открыть ответный огонь. Нет? Звездный Лорд, мы должны действовать по протоколу. Прошу, послушайте его. Офицер Нова, организуем блокаду. Питер Квилл, корпус Нова, приказываю вам сложить оружие и сдаться. Да ладно. Это была хорошая попытка. Звёздный Лорд, Небула в розыске. После смерти Таноса она самое опасное для галактики существо. Она виновна во множественных преступлениях. У нас недвусмысленный приказ немедленно ее уничтожить. Послушай, Небула важна для нас. У нее есть кое-что, что нам нужно. Она нужна нам живой, чтобы спасти галактику. Но, сэр, хочешь, чтобы галактика погибла, а? Нет, сэр, не хочу, поэтому я должен это сделать. Я пытался. Да, мужик, ты пытался. Офицер Рукс, конец связи. Надеюсь, можешь остаться друзьями, и он отключился уже. Думаю, все хорошо прошло, да? Нас держат на прицеле. Я держу все под контролем. У нас кораблик-то побольше будет. Это последний. Держитесь. Питер Квилл, не ожидал, что ты покажешься мне на глаза. Не могу вступить в славу корпуса снова. Решил убить меня сам. Тебе следует сказать мне спасибо, Небула. Я убил твою папочку мучителя и не допустил к тебе корпус снова. Я заслужил медаль. Как ты смеешь так говорить о моем отце? Ты же не умрешь, если будешь поаккуратнее. Ладно, послушай. Нам нужна твоя помощь. Ты должна пойти с нами. Я никогда не стану тебе помогать. Ну и очень зря. Тебе обязательно нужно было все усложнять. Выключаю ее двигатели. Ну уже, поле слишком плотное, не могу прицелиться. Нам придется вытащить ее оттуда силой. Пиу! Ух ты, пошла в атаку, что ли? Пиу-п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 иу. Чё, цепанул тебя? Неужели? Гамора, бери управление на себя, я иду за Небулой. Берегись, хоть она и не способна сейчас, но все равно опасна. Она же чертов киберг-убийца. Питер, ее корабль дрейфует в гравитационное поле планеты. Поспеши. Я лечу. Отлично, спикировал прямо изящненько. Тук-тук. Убирайся прочь. Я отказываюсь от твоей помощи и от жалости. Лучше умру здесь. Это все понятно. Хватит рисоваться. Я тебя не брошу, Небула. Мне плевать, как сильно ты меня ненавидишь. Ты просто хочешь поиграть в свою сказку про стражей. Побыть героем. Питер. Твоя сестра не желает помогать, Гамора. Сцену устраивать, себя жалеет. Где-то должно быть рычаг аварийного открывания. О, вот он. Ну, конечно,
что можно было еще ожидать? Минус рука. А, киборг, что подумаешь? Оторвал ей руку. Красавчик, чё. Теперь можно и лететь. Корабль сгорает в атмосфере планеты, а мы тем самым возвращаемся с Неблой на борт. Ну, может быть, Гамора сможет не договориться, и она как-то поможет нам все же перевести. Что это за накупки? Это последний, да, ножи. Мне не нравится, что тело Таноса где-то там. В порядке живой очереди. Нам надо понять, как действует реликвия, а потом уж волноваться о покойнике. Мы начали сканировать ее киберустройство, но это займет какое-то время. Просто на всякий случай. Нам нужно заставить Неблу расшифровать эти символы. Ну ты будь осторожен, Питер. Ей тут не то чтобы нравится. Окей. She's definitely not happy to be here. Yeah, I don't really blame her. Это чтобы я виню. У нее погиб отец, мы ее побили, а теперь она заперта в каюте собственной сестры. У нее была не самая лучшая пара дней. Это то, что она заслужила своей службой Таносу. Ракета могла починить ей руку. Это можно использовать в качестве приманки. Не стоит беспокоиться. Мы разберем этого киборга по кусочкам. Таких, как у Небла, не запугаешь. Это ее только раззадорит. Хорошо. Обойдемся без насилия. Мы можем с ней поторговаться. Небла хочет взять свою руку, так давайте этим воспользуемся. Этот план мне не нравится. При этом Гамора свое согласие и одобрение не дала. Зеленая коза. Ты готова туда войти? Честно говоря, нет, я не готова. Я хотел восстановить контакт с Неблой, и ты сказал мне, что надо это сделать. А потом случилось вот это. Может, когда-нибудь она успокоится, но вряд ли в ближайшее время захочет мириться. Будешь бросаться? Кусаться? Итак, Небула, предлагаем сделку. У тебя проблема с рукой, а у меня есть способ ее починить. Хочешь меняться? Я слушаю. Танос хотел заполучить эту реликвию. Я знаю, что ты научился читать какие символы. Это горн вечности. Слыхала про него? Как ты заставила руны проявляться? Не знаю. За этим ты мне и нужна. Ну, в самом деле, мне нужно, чтобы ты мне их перевела. Этому не бывать. Я думаю, нам всем бы лучше, если мы попробуем подружиться. Вся наша вражда, все это я вас убью, во имя Таноса, так надоело. Я не дружу с предателями. Мало тебе было, что убить нашего отца. Тебе надо было плюнуть мне в лицо. Он воспитал тебя, Гамора. Он любил тебя. Это была не любовь, не было. А ты позволил ему имбецилу убить его. У нас тут приличное место. Здесь не принято обзываться по-всякому. Что еще за имбецил, а? Прости, что ранил твои маленькие чувства. Хватит, не было. Ты судишь меня и моего отца, но я знаю тебя, Гамора. Ты, можешь быть, забыла Тарвол, но я-то помню. Предупреждаю, не произносите это название, Тарвол. Я получил от тебя то, что нужно, так или иначе. Хочешь, чтобы я говорила? Убери ее. Гамора, тебе нужно уйти. Что? Прямо сейчас. Если я что-то скажу, на помощь не приду. Ей всегда было на нас плевать. Как только какая-то трудность, она исчезает. Так что там с Тарволом?
Это не моя история. Если так хочется знать, можешь спросить Габору. Звёрдлорд, сканирование кое-что выявило. В черепе киборга есть необычное устройство. Последние несколько дней... Они были мои худшими в моей жизни. Я лишился отца. Потом появляешься ты, берешь меня в плен, и я вынужден все пережить заново. Да, но ведь карма-то злая такая, а? Знаешь, что кому-то сделаешь, потом тебе вернется. В каком случае? Боже мой, нет, что ты делаешь? Знаю, на слово ты мне не поверишь, так что вот. Здесь расскажешь тебе все, что нужно знать тебе. Ты мой должник. Спасибо, Небула. Я чуть не... Я говорю себе, что не хочу стать прежней, но она... Она меня просто изводит. Шутишь? Это было замечательно. Ты серьезно? Я вижу, что вы испробовали мой план. Дело в том, что у нас есть эта, ну, штуковина Кри. Это моды шифрования, таких немного осталось. Отлично, и как же он работает? Думаю, я смогу загрузить это в свой автопереводчик. Чего пишут? Okay. Ну, says, хорошо, здесь говорится, ищи меня в храме. Очень полезно. Не в храме ли мы его нашли? То же самое сказала мне мама, когда я был мертв. Слушай, может, мы что-то упустили? Мы были заняты в этом храме. Ищи меня. Как думаешь, кто этот я? Completely abandoned when we showed up, except for all the dead Nova Corps bodies that Thanos put there. Наверное, это тот, кто посылает мне эти видения. Sending me these visions. I hope you're right. Надеюсь, что ты прав. Тогда мы могли бы выяснить их причину. Именно. Let's get moving. Давайте собираться. Возвращаемся к храму. Неустановленная планета, заброшенный аванпост Крии. А где ракета? Мы почти на месте. I have not seen him emerge. Groot, go get rocket. Groot, сходи за ракетой. We need him up here. Он нам здесь нужен. Я есть Groot. Я никуда не пойду, бесполезно это бревно. I am Groot. Я есть Groot. Well. Ну, ракета точно не в форме, чтобы охранять не было. Кому-то придется остаться на корабле и присмотреть за ней. Я останусь и буду охранять пленницу. Стоп. С какой стати? Драк много чего хорошего делает, но охрана людей — это не его. Ты взял его на корабль Хала, и он допустил, чтобы тебя убили. Ну да, если... Его здоровье значительно улучшилось с тех пор. He wants to rip her apart. I did say that. Does this mean you're volunteering, Gamora? Значит, ты хочешь ее охранять, yes, Гамор, да? I'll guard her. Да, я буду ее охранять. Нет. You cannot be serious. Ты же не серьезно это говоришь, да? He let Hala stab Он допустил, чтобы Хала пырнул тебе ножом, Питер, прямо в грудь. Не обижайся, Драк, но я сам подходящий человек для охраны моей сестры. За Небулу я отвечаю. Твое поведение по отношению к ней вызывает сомнения. Гамор, ты должна остаться здесь и приглядеть за Небулой. Может, так у вас будет возможность поговорить. Спасибо, Питер. Надеюсь, ты не оторвешь ей бошку. Вы поступаете глупо. Вернемся в храм. Я готов идти с тобой в любой момент, дурак. Грут, зато меня похвалил. Оно того стоило. Не, на самом деле, Дракс, он такой, он немножко туго соображает.
Сильный, конечно. Хороший воин, но соображает туго. А, Небула, она хитрая девочка. Найдете меня в храме. Ну, что ж, мы туда и направляемся. Надеемся найти. Узнаем же, кто нас ждет.